Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре нож от компании в охотку ВД-38 «Аспид». В комплекте поставки нас ожидают ножны «Кордура» и сам нож. Этот нож создан для того, чтобы взять его с собой на охоту, рыбалку или шашлыки. Длина клинка в нем составляет 132 мм, ширина достигает 32 мм, толщина 2,4 мм. Клинок отличается отличной устойчивостью к повреждениям и коррозии. Также он не требует постоянной заточки. Всего этого удалось добиться благодаря применению стали марки 65Х13. Ее твердость здесь составляет от 52 до 55 HRC. Лезвие имеет двухступенчатую заточку, которая способствует долгой службе ножа. Форма обуха здесь прямая, отлично подойдет для резки и прокалывания. Также для снижения веса клинка на нем имеются специальные долы. Рукоять здесь изготовлена из дерева, покрытого лаком. Она имеет необычный и приятный внешний вид, обеспечивает удобный хват ножа в руках. А ее эргономичная форма позволяет работать с ножом наиболее эффективно. Данный нож не является холодным оружием. Приобрести его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».